Франция собирается провести международный конкурс архитекторов для восстановления шпиля собора Нотр-Дам-де-Пари. Вопрос реконструкции сегодня рассматривался на заседании правительства. Там поблагодарили парижских пожарных, участвующих в тушении огня, назвав каждого из них героями. Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что собор Парижской Богоматери должен быть восстановлен в течение 5 лет. Ожидается, что в ближайшее время правительство предложит законопроект о реконструкции. Ну а сегодня колокола всех католических храмов Франции зазвонят в знак солидарности с собором Парижской Богоматери. Это произойдет ровно в 18:20 по местному времени, в тот самый час, когда в одном из символов французской столицы начался пожар. В акции примут участие около сотни соборов. Об этом сообщает конференция католических епископов Пятой Республики. Там назвали произошедший в понедельник вечером пожар в Нотр-Даме шокирующим. Накануне колокола по собору Парижской Богоматери звонили в Вестминстерском аббатстве в Лондоне. Уже завтра будут звучать по всему Соединенному Королевству. Общий объем пожертвований на восстановление Нотр-Дама-де-Пари по последним подсчетам превышает 700 миллионов евро.